Привет, друзья! Hello, my friend! Сегодня я хочу немножко заснять, как я в очередной раз копаю. Вот, самые забавные такие ситуации, конечно, будут. Ну и вот за прошлые мои находки. Самая крутая моя находка. Во! Алюминиевая подошва. Не подошва, а стелька, точнее. Вот. Сейчас я на очередном купе возле одного пруда. Вроде бы исторически говорят, что здесь какая-то усадьба была. Могу, конечно, ошибаться, но я могу просто здесь впустую потратить время. Ну ничего, хотя время проведу с пользой. Вот. В предыдущий раз я выкопал траншею, спустил немного этот пруд. Вот. Потому что как металлоискатель воду опускал, просто прибор начинал с ума здесь ходить. Вот, спустил немного пруд до определенного вот, уровня. Там немножечко походил. Конечно, у меня находок не было. Всю часть вот этого леса по правую сторону, если смотреть со стороны дороги, вообще никаких находок не было. Ну как, алюминиевая подошва, ну или стелька, неважно. Вот, и алюминиевые банки опять же понаходил. Пока даже траншею копал, тут остаток от газовой плиты нашлось, от сока. Ну, неважно. Будем дальше верить в хорошее начало и будущее. Воронки надо будет их тоже пробить. Вот. Сейчас, в прошлый раз я походил к тому участку, начинаю аж с дороги и продолжаю вглубь леса, еще метров на 200 туда ушел. Кроме алюминиевых банок ничего не нашел, но вот сейчас хочу проверить вот этот участок. Здесь все-таки обойтись и вдоль ручья вот этого пройти, может быть, что-то найдется, но не факт. Скорее всего, буду опять как в дураках останусь, накопаю не алюминиевые банки, да и крышки с-под пива. Ладно, пожелайте мне удачи.
тут картошку запекал и фольгу за собой не убрал. Что-то пока не везет. Не находятся монеты. Ничего не пока еще не нашлось, кроме мусора. Так, сейчас. Надо этот участок заканчивать и уходить. К черту здесь ходить. Так, вот эти воронки. Ничего. Тишина полная. Я сейчас без наушников. Что-то прямо от них это уши аж устают. Не находишься в наушниках. И да и потом, пока по лесу идешь, они в заветки все цепляются. Вместе с кепкой слетают. Так, что-то слишком тихо здесь. Не звучит металлоискатель. Накопала немножечко фольги. Ровным счетом. О, пикнуло. Ровным счетом пока накопал фольгу. Ходим, ищем дальше. Сейчас, может, есть смысл пойти в другой участок проверить. Ну ладно, сейчас посмотрим, народ. Дела пойдут. В этом месте вообще что-то глухо. Сейчас еще немножко возле берега там пруда пройдусь. В той части леса, куда я это ходил снимать, там уже тоже земля битая. Ну, там такие не свежие, конечно, ямки. Ну, 2-3 года там назад, похоже, здесь кто-то уже тоже прошел с металлоискателем. Везде указано, что здесь усадьба была. Конечно, есть риск, что это ошибка. Но прудик-то аккуратненький такой. Явно искусственный. Что, здесь землю накидывали. И в той части. Значит, есть смысл здесь лазить. Ну, пруд я в прошлый раз уже здесь это походил. Когда вода спала. Ничего. Вообще ничего. Сейчас этот участочек по этой стороне добью и на другое место. В пару километрах отсюда. Хватит здесь мусор за людьми подбирать. Глухомань просто. Здесь раньше объезд был на квадрах, прям даже немножечко дорогу видно. И никакого мусора. Так, так важный сигнал он дал. Сейчас немножко. Здесь, конечно, уже, наверное, глупо искать, но... Может, кто-то монетку обронил, ну, хоть 50 копеек. Или даже 50 копеек никто не обронил, ну, так не бывает. Должны здесь быть монетки. Монетки, хоть что-то. Хоть нож, а лучше нож, да, нож тоже будет хорошо. Не, что-то совсем тихо. Несмотря на то, что здесь на квадрик ездили. Лет 5 тому назад. Так, опять ложный сигнал. И пускаем этот момент. Хотя там сейчас из-за того, что газопровод меняли трубы и там заложили бревнами дорогу, такая нормально получилась. Эта часть, где раньше на квадроциклах и джипах разъезжали, тут как бы объезд был. Получилось, что заброшено. Ну, там бутылка из-под пива, нормально. Ладно, пойду на то поле, где один человек нашел наград Николая II. Но мне пока не повезло, я там только современные патроны откопал. Вот. И больше пока ничего не находится, к сожалению. Денек опять ложный сигнал. Вот видите, два отделения убавил, ставил на землю. Ложный сигнал так дает. Я здесь просто-напросто тупо время трачу. Сейчас попробую еще разочек, на всякий случай, лишний раз, чтобы убедиться, в пруд залезть. Ну, боюсь, окажется, что это глупо, что я просто сейчас повторно на то... Оп, опять ложный сигнал. Надо же. Зараза, аж 99 дает. О! Свежие следы копа. Ну правильно, здесь поскольку была усадьба, народ здесь, у кого есть
металлодетектора, они здесь всю округу уже обошли с ними. Как бы... Хотя мне кто-то рассказывал, что в этом районе находили подсвечник. Для свечек такой-то, как бы, из 19 века. Антиквар, как бы. Тоже круто. Мне пока не везет что-то. Сейчас, ё-моё, как дебилковато. Так, ложный сигнал, не обращаем внимания. Не, слишком тихо. Черт, это трава уже. Трава уже встала, не походишь здесь. Искатель, по-моему. Вообще ничего здесь нет. Идя на новое место, иду туда, короче. Вот, что-то очень много нахожу дохлых животных, особенно кроты. Мертвые кроты. Может, кто-то, наверное, наступил на него или наехал. В том же самом велосипеде или на квадроцикле. Вместе. Я сейчас буду копать. В прошлый раз я там копал. Ну, в основном, к сожалению, находил современные патроны. Ну, современные, но все равно приятно. Хоть что-то нашел, помимо фольги и алюминиевых банок. Ну и крышечек из-под пива. Хотя бы так. Вот. А, говорят, что здесь раньше была деревня Жилина. Вот, как такие дороги тут просматриваются. Ну, это, конечно, современные тут вот на квадриках сам накатали. Вот. Хотелось бы вот... Все-таки интересно так вдоль просеки, сейчас пройдусь. Может быть, что-то найду, а может и нет. Как уже повезет. То надоело мусор копать. Ну, мусор от своего рода тоже находкой. И отчаиваться не надо. Надо ходить дальше с металлоискателем. Надеяться, что сейчас, может быть, монетку. Ну, хотя бы современные 10 копеек найти. Ну, уже будет хорошо. Уже будет позитив. Смотрите, какого я слизня нашел. Во! Смотрите, такой жирный. Готарно съедобен. По-любому. Вот это гигант. Ну ладно, оставлю его. Пусть покой живет. Так, подведем итоги все-таки дня. Что самое забавное. Хоть сегодня была погода хорошая, наконец-таки. За последние, наверное, 2 недели, а то все дожди были. Вот. Сейчас хотя бы погода стала приличная. Вот, кстати, смотрите, ягодки. Наверное, вкусные. Где-то еще землянику видел, что-то пока я, честно сказать, не нашел ее. Обычно так часто земляника попадается. Вот. Нашел упаковку под колбасы, всякую фольгу, ну, всякие микросхемы там понаходил, всякую чушь, короче, ну,
не повезло что-то мне здесь, на этом участке. Вот. Хочу огромно поблагодарить вас за просмотр. Спасибо, что вообще эту ерунду смотрели. Про то, как я всякой херней страдаю в лесу. Ну, реально, получается, весь день я как в пустыню пошел. Ну, зато время приятно провел на природе. Сороку послушал, которая тут орала полтора или два часа почти. Вот. Огромное вам еще раз спасибо, что вообще смотрели это видео. И кто, кстати, хочу пожелать удачи. Кто ходит с кладоисканием занимается, всем удачи. Хороших, удачных находок. Кто ездит на мототехнике, чтобы моя техника не ломалась и нигде не застревала. Вот. Всем благодарю, что вы меня смотрели. Мою эту чушь, как я хожу по лесу. Ну, не чушь, но хотя бы приятно провел время. Вот. Всем огромное спасибо за просмотр. Потому что я уже ухожу. Никаких находок открытий не сделал. Вот. Упаковка с под колбасы самая забавная. Аж жрать захотелось. Ладно, всем благодарю.